Всем привет! Я в магазине Светофор, город Орск, на ТЦБ. Давайте смотреть ассортименты новинки вместе. Смотрите, какие у нас появились кастрюли из нержавеющей стали, 5,7 литра. Толщина стенок 0,4 мм, 889,20. До этого у нас были вот такие миски с нержавеющей стали, тоже объем 5 литров и толщина 0,3 мм, 269,10. Эмалированные кастрюли 11,5 и 5,5 литра. Перец свежий 132,90. Вот такие крупненькие прям перчинки. И огурцы свежие 63,50. Ну, так на вид, правда, свежие. Опять нам пришел коктейль молочный, соковый. Milk Juice. Клубника, малина. Мультифрукт. И киви, ананас. 930 грамм, 58,90. Что у нас нового в холодильнике? Рыба свежая, скумбрия. 500, так, скумбрия 214,40. Это, по-моему, караси, ценника нет. Вообще на рыбку. Сейчас посмотрим ценники. Сазан там был 167,60, форель 560, пикша 231, кита 335 и лакедра 277. Ой, как здесь холодно, не могу находиться прям. Копченая рыбка, сушеная, астраханский лещ 159 рублей. На вид прям такой нержавый, аппетитный. Мяса сегодня нет. Дегустация. Рубленную колбасу я уже пробовала. 77,50. Вот эта упаковка вкусная. А вот колбаска варено-чайная я не пробовала от лидера. Сейчас попробуем. Нет, это не по мне. Там попадаются как бы косточки перемолотые. Хоть они и мелкие, но нет. Производство лидер. Какая-то мягкая такая. Нет, мне не понравилось. А приправы для разных блюд 450 грамм. ПЭТ. Курица универсальный. Плов. И кавказские травы. $79. Кстати, появилась липкая смерть. Липкая лента для мух. Одна упаковка, 16 штук. 106,10. Дихлофос, смотрите, какая большая упаковка. 680 миллилитров аж. Варан, 137,50. Мы сейчас активно пользуемся. Перед тем, как вот на дачу, перед тем, как спать ложиться, если ночуем, то обязательно сначала брызгаем, а потом проветриваем и ложимся спать. Так, а это... Раптор. 17 видов насекомых и более. Так, сколько? 101 рубль со скидкой. Был 131,20. Классический майонез. Мечта хозяйки. Провансаль. Настоящий домашний вкус. 700 миллилитров. 88,70. А также есть кальви. Масло первого отжима без крахмала. 100% натуральный, 67%, 700 грамм, 111,20. ГОСТ, томатная паста, 25%, 1 килограмм. Дон, консерв, ром, 146,70. Ростов-на-Дону. Так, пиканта. Лобио, богато протеином, 116 рублей, 700 грамм.
уксус. Уксус яблочный 0,45 литра, 33,50. А это кетчуп Балтимор, шашлычный, Адмирал, с кусочками чеснока. 93,30, 700 грамм, в 5 раз больше овощей. Ух ты, какие соусы пришли, или соуса. Кисло-сладкий чили соус. Какой еще здесь есть? Тофу, терияки. Острый чили соус. 300 грамм, 77,90. А это бальзамический соус крем со вкусом граната. 480 миллилитров, 97,60. Горчичный соус Кухмастер. 44,90, 260 грамм. Появилась папка для труда. Размер А4 с ручками. Хорошие папки, между прочим. Есть и зеленого цвета. Ого! По-моему, на молнии. Все, да, на молнии. Зеленые с авокадо. 155 рублей аж стоит. Альбомы для рисования. 40 листов. 47-10, тоже А4 формат. А тетрадь в клетку. 3 в одном. 120 листов, 3 блока по 40 листов. 169 рублей. А с разделительным блоком. Так, получается, значит, вот так. Вот так 40 листов. И вот так 40 листов. Нормально, 120 листов. Разные есть рисунки. На пружинке. Тетради предметные. Русский язык, алгебра. На какой класс? Клетка А5, 48 листов. Предметная, блок премиум, 28,80. Еще в клетку тетради. На пружинке гребень. Это гребень. А5, 80 листов, 52,80. Тетради комплект по 10 штук. Так, обложка, микс, клетка и линия. 99,60. Набор для уроков технологии и творчества. 5 в одном. 8 листов цветной бумаги, 8 листов картона, 3 листа узорный картон, 2 листа белый картон и 8 схем оригами. 86,90. Ух, какие машины. Экскаватор какой яркий. 42 сантиметра. Поворот кабины, подвижной ковш. 395,10. Пистолет водный. 26 на 11, 180 миллилитров, 118,90. А также пупс в шапочке, 35 сантиметров, мягкое тело и еще и звук, 418. Конечно же, полотенца разные, разного размера. И что здесь у нас новенького? Контейнеры, миски вот эти, 3 штучки, 161 рубль, 2 литра 4,7. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.